Есть на карте России место, которое по праву считается родиной русского литературного языка. Это село Большое Болдино Нижегородской губернии. А если быть более точным, то вот этот самый дом, в котором Пушкин написал лучшее из того, что написал. А грозит ли русскому языку сейчас смертельная опасность? Наталья? Да, Роман, да. Мы хорошо слышим тебя. Всем, кто слышит Романа так же хорошо, как я, добрый вечер. Ну, а если вас интересует тема, которую мы хотели бы обсудить сегодня в студии, не переключайтесь. Итак, великий, могучий русский язык. Что же с ним происходит и происходит ли что-нибудь вообще? Оптимисты говорят, что все нормально, как в песенке, все хорошо, все хорошо. А вот пессимисты советуют не выходить из дома для того, чтобы не слышать безграмотную речь, которая вокруг нас, и не читать рекламных текстов, которые написаны с ужасным количеством грамматических ошибок, за огромные деньги, огромными буквами. Они, пессимисты, беспокоятся по поводу нашего речевого и в целом культурного нездоровья. Поговорим об этом. А пока 5 самых интересных событий за прошедшую неделю. Слово Екатерине Локотковой. На 5-м месте экспозиция работ известного кинооператора и фотографа Вячеслава Сачкова «Встречи, посланные судьбой». Черно-белые портреты Юрия Никулина, Валентина Распутина, моменты творческого вдохновения Валерия Гергиева. Выставка работает до 6 октября в Русском музее фотографии. 4-е место занимает «Технополис» – легендарный рейв с многолетней историей или самая масштабная тусовка, прогремевшая в нашем городе. За свою долгую историю «Технополис» уже проводился более чем в 40 городах России и Украины и стал самым ожидаемым событием среди диджеев и всех любителей дискотек Нижнего Новгорода. На 3-м месте снова театральные премьеры, но только на этот раз в Нижегородской области. Премьера спектакля «Откуда берутся дети» прошла в Саровском театре драмы. Дзержинск порадовал своих зрителей премьерой комедии «Таланты и покойники». А в Арзамасе прошла абсурдная трагикомедия «Театр одного зрителя». На 2-м месте выступление знаменитого балета Аллы Духовой «Тодос» с новой шоу-программой «Attention». Их постановки на родине и за рубежом – это триумф танца. Оригинальные музыкальные композиции, яркие сюжеты и безупречная хореография в очередной раз очаровали и наш город. Ну а 1-е место по праву принадлежит скрипачу, музыковеду и актеру Михаилу Казиннику, который не только дал 3 концерта в Нижегородской филармонии, но и успешно провел семинар «Бизнес как творчество», где рассказал нижегородским бизнесменам о том, что каждое великое творение искусства – подлинный бизнес-проект. Представьте, Роман всего лишь за несколько секунд добрался с веранды Пушкинского дома до нашей студии для того, чтобы поделиться своими впечатлениями. Они, очевидно, очень яркие, да? Да, в селе Большое Болдино проходил фестиваль «Живое слово». 3 дня мы там были. Я вел программу для детей из детских домов, знакомил их с медиапрофессиями. Параллельно шла взрослая программа фестиваля, основная программа. Там собрались журналисты из почти 40 регионов, из нескольких стран. И все говорили о русском языке, о том, что с ним происходит. Вы печалились по поводу того, что с ним происходит? Мы радовались, потому что, например, на фестиваль приехал Ника Симонова, победитель 1-го сезона проекта «Бабушка Пушкина». Вот такой есть проект «Бабушка Пушкина». Это молодые московские поэты читают стихи. Она тут же себе среди детей из детских домов нашла коллегу, он битбоксер. И они прям тут же на веранде Пушкинского дома сделали дуэт с новой поэзией, с новыми стихами. В общем, все было очень весело. Кукла, ты снимаешь себя на любом фоне. У фонтана в студии на газоне отражается город в твоем айфоне, где играет трек в какофоне. Сыроедение, ботокс, потом в дамке. Ты сама загнала себя в эти рамки, чтобы в Риме, в Париже, в Москве, в Пизе отражался папик в твоих линзах. И все-таки я предлагаю продолжить заявленную тему. Поговорим о русском языке с нашим гостем. Это Мстислав Исакович Шутан, заслуженный учитель Российской Федерации. Кроме того, профессор, доктор педагогических наук, кандидат филологических наук. И все-таки учитель гимназии номер 13. Во-первых, мы поздравляем вас и всех ваших коллег по цеху с Днем Учителя. Спасибо. И
Хотелось бы задать вам такой вопрос. Как вам больше нравится? Как вас называют? Учитель русского языка и литературы или учитель словесности, как в чеховском рассказе? Учителем словесности сейчас никого, к сожалению, не называют. Но мне бы хотелось, чтобы ко мне обращались именно так. А почему? Да. Почему? Вот. Синхронный вопрос. Почему? Ну, действительно. Я очень рад, что это синхронный вопрос, а за ним стоит очень серьезная проблема. Потому что многие десятилетия эти два предмета друг другу резко противопоставлялись. И я не побоюсь именно этого слова. Противопоставлялись. Дело уже доходит до того, что иногда в рамках одного класса один учитель ведет русский язык, другой учитель ведет литературу. Дело в том, что это противопоставление зашло слишком далеко. И нередко литература изучается чуть не в полном отрыве от языка, а русский язык изучается в отрыве от художественной литературы. Давайте вот на этом моменте немножко прервемся, потому что в селе Большое Болдино мы записали интервью с гостями фестиваля. Вот что они говорят о школьной программе по русскому языку. Приходят выпускники школы учиться, картина печальная. Картина печальная. Очень плохо говорят. В некоторых случаях они говорят так, что вообще возникает невысказываемое, конечно, подозрение об их умственном здоровье. Школьная программа по русскому языку, она сводится к набору правил и делает этот предмет очень скучным. То есть правила, таблички, все это надо запомнить, зазубрить, и нет никакого креатива. Есть школы, в которых он присутствует, но это небольшой процент. Вот в основном это зазубривание правил. Иди к доске, вставь пропущенные буквы. Никакой любви к русскому языку это, конечно, не прививает. 10 лет школьной жизни, да? А уроки русского языка – это уроки правописания большей частью. Вот. И, к сожалению, мне кажется, это слишком растянуто все. Почему? Потому что научиться писать можно достаточно быстро. Научиться грамотно писать тоже можно достаточно быстро. А вот понять, что и зачем писать, наверное, на это уже требуется какое-то время. А вот если учить детей, школьников использовать, как использовать русский язык в той или иной сфере? Например, рассказать старшеклассникам о том, как писать резюме, когда поступаешь на работу. Когда мы говорим о языке, самое важное, что мы забываем, это языковой вкус, который нужно воспитывать. А ведь для того, чтобы воспитать вкус ученика, нужно этим вкусом как-то обладать. И мне кажется, это основная проблема сегодня в школе. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это мнение. Научить написать резюме не так уж сложно. Это тоже крайность, которая может привести к тому, что преподавание русского языка будет слишком, я бы сказал, практически направленным, и не будет это преподавание влиять на развитие ребенка. А может быть, это хорошо, что будет практически направлено? Ведь смотрите, у меня есть стойкое ощущение, что если бы при приеме на работу людей заставляли бы писать диктанты, то на работу бы никого не взяли, потому что у нас половина взрослых ничего бы не написали. Просто неграмотные, просто неграмотные. Я вам скажу, у меня возникает вопрос, почему же в школе пытаются сделать из ребенка лингвиста и филолога, вместо того, чтобы просто научить его грамотно писать, чтобы этот навык остался на всю жизнь. И я вот этого искренне не понимаю. Вы мыслите консервативно. Почему? Объясните мне. Вы мыслите консервативно. Потому что вы преподавание русского языка сводите к тому, к чему его десятилетиями еще и в советской школе, ну и в наше время сводили. Это навыки правописания. Орфография и пунктуация. Но это базовые навыки, и половина взрослых ими не владеет. Человек может прекрасно говорить, прекрасно владеть языком, и тем не менее допускать эти самые ошибки. Вот, знаете, я могу признаться честно, я такой. Вот я могу в слове «ключ» написать мягкий знак, хотя прекрасно знаю, что ключ и он ты говоришь, мой. И ты говоришь об этом? Об этом? А я этом люблю русский язык. Ничего страшного, потому что я люблю русский язык. Люблю русский язык, поэтому меня это тревожит. Согласны ли вы с тем, что в тех примерах, которые приводятся в учебниках, действительно практически нет современных отрывков из литературы? Или отрывков из современной понимаете, литературы? Понимаете, в чем дело? Я и согласен, и не согласен. Я прекрасно понимаю, почему авторы эти примитивные тексты, примитивные предложения вводят в состав учебников. Потому что они очень удобными оказываются для выработки вот тех навыков. Самых навыков. Которых понимаете? У Романа, я так понимаю, не выработали за период обучения школы. Два забавных примера из работ ЕГЭшных детей. Давайте, два забавных примера, и на этом завершаем. Да, очень забавные
У меня жена никак не могла успокоиться, я помню, когда первый из этих примеров услышала. По поводу романа Достоевского «Преступление и наказание». «Тварь дрожащая или вошь подзаборная». Ну и один очень милый, грациозный пример, оригинальное цитирование пушкинского романа «Евгений Онегин». «Легко мензурку танцевал». Спасибо огромное. Я напомню, что у нас в гостях был Мстислав Александрович Шутан, заслуженный учитель России, учитель гимназии номер 13. А сейчас у нас с вами на очереди рубрика «Книжная полка» и слово Белли Рубинштейн. «Когда мне хочется прочитать книгу, я ее пишу», — сказал как-то Бенджамин Дизраэли. Не знаю, готовы ли повторить эту фразу вслед за легендарным британским политиком и премьер-министром Нина Зверева, но то, что книги она пишет и что читать эти книги хотят очень многие — это факт. А про какую книгу Нина Витальевна могла бы воскликнуть: «Ах, как жаль, что не я ее написала»? Узнаем сегодня из рубрики «Полка». Нина Зверева — бизнес-тренер, продюсер, журналист, академик и лауреат ТЭФИ. Автор книг по риторике и искусству коммуникаций. В книгах ценит стиль и то, насколько неожиданно и точно подобраны слова. На вопрос, какие три книги вы бы взяли на необитаемый остров, отвечает: «Сто лет одиночества» Маркеса, «Анну Каренину» Толстого и «Винни-Пуха» в переводе Заходера. Нина Витальевна, какую книжку принесли? «Управляя изменениями» Цхак Адизес. Это знаменитый бизнес-тренер. Так. Он ведет... за безумные деньги занятия во всем мире. Более того, другие люди под его именем, но с его согласия, ведут занятия по его книгам во всем мире. Смотрите, какая амбициозная книга. Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. Но самое потрясающее, что здесь есть ответы на, это, на эти вопросы. Есть четыре качества, которые в себе человек должен развивать. Первое, он должен быть администратором, то есть стараться быть человеком структурным. Второе, он должен быть интегратором, то есть уметь вовлекать и вдохновлять людей. Третье, он должен быть работником, то есть он должен еще любить делать все сам. Итак, администратор, интегратор, работник. Что еще важно? А еще важно быть предпринимателем, чувствовать рынок и чувствовать изменения. И все течет, и все течет, и все меняется. Нельзя остановиться. Все проходит, и это в некотором смысле хорошо. И надо уметь почувствовать эти изменения и возглавить их. Так происходит в личной жизни, так происходит в бизнесе, так происходит. Хорошо, лучше. Спрошу. Когда вы прочитали эту книгу, изменилась ли ваша жизнь? Во-первых, у меня был страшный случай. Так. Я прочитала один, увлеклась им безумно и стала рассказывать о нем везде. И однажды я пересказывала его теорию у доски с дяденьками очень важными. А дяденьки сказали: «Надо же, Нина Витальевна, вы делаете это лучше, чем он». Я была в ужасе, оказывается, он сам там выступал. Ну, конечно, я не могу это делать лучше, чем он, но мечтала бы, конечно, познакомиться с ним. Ага. И здесь на любой странице, когда открываешь, книга очень глубокая. Здесь действительно есть теория. И эта теория касается стран, континентов, личной жизни. А теория простая – развивайся. И еще очень важно, для наших людей особенно – доверяй. Доверяй своей команде, доверяй мужу, жене, доверяй друзьям. Ведь бизнес американский строится на доверии, как когда-то бизнес нижегородских купцов. Мне это тоже очень близко. Еще мне очень близко то, что надо общаться с людьми через комплимент. Не надо людям говорить неприятные вещи. Лучше похвалить за то, что они умеют делать хорошо, и они перевернут мир. А еще у него там мне очень нравится, он говорит, что самое спокойное место в городе – это кладбище. Там ничего не происходит. Это если правда. Вы не хотите в метафорическом смысле оказаться на кладбище, меняйтесь, следуйте за изменениями. Да, то есть ты читала? Я читала, но хочу еще раз почитать. Дадите? Ну, так как ты книжки возвращаешь обычно, то так и быть. «Бывают такие книги, в которых самое лучшее – это корешок и обложка», – сказал один из героев диккенсовского Оливера Твиста. Книги, которые стоят на нашей полке, явно не из этой серии. Пополним нашу коллекцию книг, в которых самое лучшее – это содержание, в следующую пятницу. Мы снова в студии программы «Арс Лонга». 5 октября – День учителя. Роман, согласен ли ты с тем, что к нему, к этому празднику профессиональному имеют отношение не только школьные учителя? Да, конечно, не только школьные учителя, но и все, кто учат. Даже я, например, имею отношение небольшое, правда, к этому празднику, потому что учу сына, который в третьей классе. Ты, правда, пишешь ключ с мягким знаком. Ну, ничего страшного, выучишь когда-нибудь. Но еще к этому празднику имеют, конечно, отношение те, кто преподают в вузах.
те, кто преподают в средних учебных заведениях, ну, все, кто учат, я считаю. Да, и поэтому мы, конечно, не можем упустить такой замечательной возможности поздравить с этим праздником удивительного человека, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, лауреата премии имени Станиславского, педагога и режиссера Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева Риву Яковлевну Ревите, который 1 октября, кстати говоря, исполнился 91 год. Это как раз тот случай, когда, наверное, возраст уже не скрывают, он становится достоинством. Ну, потому что... И самое главное даже, я бы сказала, что этому человеку в этом возрасте есть чему нас учить, и мы у нее продолжаем учиться. И давайте посмотрим замечательный сюжет. Я думаю, что мы получим все удовольствие. Мы долго думали, как вас представить. Что все-таки главное, Рива Яковлевна? Театральный режиссер... Педагог Нижегородского театрального училища. Я все-таки думаю, что театральный режиссер. И, конечно, педагогика. Так сложилось, что педагогика, она и в режиссуре совершенно необходима. Рива Яковлевна, а вот что работает при взгляде на, несомненно, безусловно, разных талантливых ребят? Ну, вы же не можете взять всех. Вы знаете, ну, во-первых, есть такой... Ну, можно даже сказать, перечень. Ну, да. Ну, да, это, наверное, да, стандартный опрос. Внешние данные, голосовые данные. И дальше идут вещи совершенно необъяснимые. Да. Абсолютно. Заразительность. Вот такой толстый девчонка какая-нибудь такая, значит, смешная, непонятная. Ничего, все глаза растеряны. Что такое? А в ней есть... Оторваться невозможно. Вот есть красота, есть обаяние. Как объяснить, да? Вот что такое обаяние? Да. Оторваться невозможно. Невозможно. И такое, знаете, вот есть очень хорошее выражение такое, «поди сюда» есть в человеке. Да? Угу. Ага. Вот такая манкость. Это объяснить очень сложно, понимаете? Ну, как начинается любовь между людьми? А черт вы знает. Зашел разговор о нынешних студентах, да, о абитуриентах. А вот если их сравнить с теми, что были 10-20 лет назад, с точки зрения интеллекта, я не знаю, чувства юмора, мотивации к профессии, что изменилось? Ну вот. Да. Ну вот. Да, вот. Я ожидал вздоха. Да. Правильно, правильно. Как вам сказать? Они другие дети. Они другие. Не хорошие, не плохие, просто другие. Просто другие. И это надо понимать. Причин для этого... У нас взрослых людей, пытающихся понять, что такое жизнь, ну, более чем достаточно. Трудно не согласиться. И меня очень занимает этот вопрос и очень часто огорчает этот вопрос. Как ни странно, ой, я прям у меня сердце начинает колотиться. Почему? Потому что. Не потому что они мало читают. Есть такие, которые читают. Есть такие, которые пытаются. Я им первое, что я им говорю. Не знать не стыдно. Стыдно не пытаться узнать. Знания скудеют до анекдотов. Вот, возвращаясь к вашей ипостаси театрального режиссера, ваш любимый писатель, насколько я знаю, любимый драматург Антон Павлович Чехов. Я специально подчеркиваю драматург. Вот в чем суть. Вот это ваша любовь, это читательская любовь или это любовь еще с примесью любви театрального режиссера? А я бы сказала, это моя человеческая любовь. За что я его очень люблю? Я люблю людей. Вот у меня есть такой порог. Я людей люблю. И мне кажется, что вот то, что я делаю, оно, ну, в меру моих способностей, в меру моего умения, в меру моих принципов жизненных, оно, все, что я делаю, направлено на то, чтобы человеку было лучше. Если мы посмотрим на то, как любя, Чехов раскрывает самые темные стороны жизни человеческой. Они же смешные, заметим. Они смешные. Это способ. Да. Это способ его мышления, это его видение мира. Это значит, сделано во имя любви к человеку.
Я рискую нарваться на очередной ваш вздох и учащение сердцебиения, но после Антона Павловича Чехова хочется спросить вас про современных драматургов. Про современных драматургов. И тех, кого можно, и тех, кого, может быть, даже нужно ставить, если таковые имеют место быть. Я очень любила ставить пьесы, ну вот только что из-под пера. И когда вы сейчас мне задаете такой вопрос, я, например, ставила на своем курсе первую, одну из первых пьес «Коляды», который сейчас стал супермодным, и он очень талантливый человек, бесспорно. Своеобразный, очень талантливый. Но тоже, и даже в училище, через какие-то разговоры, зачем, почему. Сейчас иногда, вот и на моем курсе, выбираются пьесы современные. Одни из них я бы не ставила. Я бы лично не ставила. Я не буду сопротивляться. Но я вот эту не хочу. Потому что меня интересует жизнь человеческого духа, совершенно по-другому проявленная. Раньше я от нашей программы испытывал удовольствие, а сегодня я испытал полноценный катарсис. У меня была когда-то встреча на нашем телевидении, тоже кто-то меня, значит, интервьюировал, я не помню, как она называлась, и я думаю, что ж мне им там сказать, как-то это... Заканчивается передача, а молодой человек вел ей эту передачу. И он, значит, мне говорит: «Ревякна, вот мне очень интересно, а какое слово вы могли бы вот сейчас произнести, которое очень важно в вашем, так сказать, жизненном пути?» Я говорю: «Я вам, от вас, я говорю, я ничего не буду скрывать». Я говорю: «Любовь». И он на меня посмотрел. Как-то так от пожилого человека, я так себя нежно называю, пожилым человеком, он удивился. А я считаю, что без этого ничего не бывает. И только это все освещает, одухотворяет. У нас в студии новые участники нашего разговора, и мы должны их представить. Во-первых, эти люди хорошо знакомы с Ривой Яковлевной Левите, и, во-вторых, имеют прямое отношение к Дню Учителя. Это Дмитрий Анисимов в недавнем, сравнительно недавнем прошлом учитель русского языка и литературы, и Анатолий Иванович Захаров. Известный в городе педагог по речи. Мы заговорили о Риве Яковлевне, да, которая деликатно себя называет, как она сама сказала, да. Я деликатно называю себя пожилой женщиной. Вот в таком возрасте сохранить такую ясность ума и такую четкость формулировок, это вот откуда? Нет, это талант. Ну, это талант. То есть то, с чего начали, дар Божий. Ну, конечно, но это талант. Риве Яковлевне дан, просто огромный талант от Бога. Во-первых, она удивительный человек. Она интеллигентный человек по природе. Как можно научить интеллигентного человека быть? Понимаете, человека, который там сморкается вот так, на семечке лузгает. Ну, я уже не говорю, разговаривает там другим русским языком. Вы имеете в виду ненормативную лексику? Ну, да, примерно так. Хотя я это все знаю и даже сам употребляю. Простите меня, Господи Боже. Но сам употребляю, потому что там немыслимая какая-то энергетика. Да, энергетика потрясающая. Потому что вот это слово, которое... Ну, я даже уже не запрещаю своим студентам говорить «блин», понимаете? Потому что кто «блин». Хотя вот, это эвфемизм, но все равно он помогает. А наша именинница Рива Яковлевна запрещает студентам такие вещи? Рива Яковлевна, я не думаю, что она запрещает. Но это ухо не выдерживает, понимаете? Вот этой речи ухо не выдерживает. Ее ухо или ваше? Ее. Мое выдерживает все. Что касается запретов, они абсолютно бессмысленны, потому что многотысячелетняя практика языка показала, что его запрещать нельзя. Язык – свободная стихия. Свободу запретить нельзя. И поэтому разговор о том, чтобы запретить англицизм, запретить использование нецензурной лексики в средствах массовой информации, это, мне кажется, одно из безумий,
последствия которого заранее легко предсказуемы. Ненормативная лексика, как бы ее ни уничтожали, куда бы ее ни пытались задвинуть на периферию, она все равно существует. И, между прочим, тот же Александр Сергеевич Пушкин, в усадьбе которого мы сидим, очень даже хорошо и охотно обращался с таким ненормативным, так скажем, русским языком. Но я, конечно, очень против употребления его часто или употребления его в интернете, это неприемлемо, но все равно никуда не денется, никуда не денется. Сколько бы ни говорили, как бы ни регламентировали, живой русский язык, он есть, был и будет. Ну, разумеется, когда люди пишут каким-нибудь там матом, да, то тут думаешь, ну, знаете, есть люди, которые получше владеют этим языком. Говорить о языке выгодно, это затрагивает каждого. Да потому что мы живем, мы без языка не люди. Тем более, без русского мы не россияне, да? И поэтому, как только ты начинаешь говорить об этом, так ты получаешь плюсы. И думает, ой, какой человек, как он заботится. Но забота о языке состоит не в безотчетном отрицании чего-либо, и уж тем более не в запретах. А в чем тогда? В бережном отношении к нему надо любить язык. Итак, что вы думаете лично по поводу этой ненормативной лексики? Если язык – это свободная сфера, тогда значит, что давайте материться, что ли? Потому что мы же сами говорим о том, что энергетика бешеная, что ни один синоним, в общем-то, не заменит этой энергетики. Знаешь, вот вы нам задаете вопросы с Дмитрием Александровичем, но мы не можем ответить на это. Я вам скажу из своего собственного опыта. Я открываю книгу Сорокина, предположим, даже того же самого Ерофеева. На 13-й странице я закрываю. Я еще раз пытаюсь ее начать читать. Я не могу. Меня тошнит от этого мата. Понимаете? Значит, вот от этой стилистики меня тошнит. Можно я извиняюсь, что я перебиваю? На самом деле, как бы, ругательство – это действительно неотъемлемая часть языка, хотя это называется нецензурным, появились они гораздо раньше, чем появилась цензура. Да. И поэтому это всегда будет существовать. Весь вопрос – это вопрос баланса, это вопрос времени и места. Конечно. Мне кажется, об этом даже нет смысла спорить. А запреты эффективны? Вот я мы уже сказал, запретим. Это было, это есть, и это будет. Это будет. То есть запреты – это нормально, потому что если, мне так кажется, что если, условно говоря, снять это табу, то вот это... То я материться с вами в студии все равно не буду. Правильно. Но это если есть внутреннее табу, а если его нет? А если нет, то человек, который будет сидеть здесь, он будет материться и при вас, и при телезрителе. В чем проблема-то? Мы будем его запикивать. А второй раз вы его не пригласите просто потому, что он по стилистике вам не подходит. Мне, знаете, очень понравилось, кстати говоря, в одном из высказываний гостей фестиваля «Живое слово», значит, такая мысль по поводу переключения регистров. То есть мы должны пользоваться своей речью, как вот мы играем на баяне, да? Допустим, когда ты звонишь в дуг, да, ты включаешь какой-то регистр, вот тебе не дали отопление, ты мерзнешь дома, то ты используешь как бы язык во всей его полноте и во всей его свободе. Ну, а в студии, конечно, вот вся эта, скажем так, невоздержанность, она просто непотребна, правильно? Ну, конечно. Понимаете, внутренняя цензура должна существовать. Но вы представьте себе, я приду к студентам и буду... Да, я приведу этот пример, в случае его вырежете. Значит, Пушкина делаем, сказку о золотом петушке. Там есть такие строчки. Ждут, бывало, с юга, глядь, он с востока лезет рать. Девочка никак не может взять это событие. Вы вырежете потом. Если... Я ей говорю, Пушкин не глядь там написал, понимаешь? Потому что Пушкин был хулиган. Он говорит, ждут, бывало, с юга, он с востока лезет рать. Как только она сказала, у нее все пошло. Понимаете? Вот как это можно быть? Но это же не что называется, это не грязный мат, а это, это Пушкин. И Пушкин, во-первых, и потом это... Пушкин и в том числе. И потом это театр, Театр, и это уместно. Конечно, театр, и это уместно. И когда, например, там со сцены несколько лет назад вот этот вот проект был современного театра, понимаете, я посмотрел два спектакля, я ушел больше, я не могу выдержать. Меня оскорбляет
та речь, которой они, понимаете, пользуются. Время, место, баланс. Совершенно верно. Сколько-то это смотрится естественным, да. У каждого свой порог, за которым он говорит, нет, извини. Да, знаете, я хочу поспорить, вы назвали это внутренней цензурой. Ну какая же это цензура? Цензура — это когда себя останавливаешь. А ты останавливаешь себя. Ты себя останавливаешь совершенно непроизвольно. Нет, я Наташе, может быть, хотел бы сейчас что-нибудь сказать, но я же себя останавливаю. А русскому языку, я думаю, всегда что-то угрожало, как и любому языку. Сейчас говорят, что страшно угрожают всякие малограмотные интернетные высказывания, но мне иногда нравится. Люди придумывают какие-то необычайные слова. Например? Русские, ну, например, я креветку. Очень долго мы расшифровывали, что это такое, потом нам объяснили, и мы очень много смеялись. И что это такое? Ну, это такое состояние на грани эмоционального потрясения. Вот это такие обозначения. Причем там есть очень много остроумных слов. Я сейчас, может быть, сразу не вспомню, но, во всяком случае, я изучаю этот язык, и я не такая уж злая академическая, значит, противница. Появляются новые технические средства, которые каким-то образом меняют язык. Появились короткие сообщения, появился сам жанр коротких сообщений, и то, как мы переписываемся и смс-ками, и в Фейсбуке, это совсем какой-то, ну, другой, можно сказать, язык, другой стиль. Мы используем другую структуру предложений. Это вроде и разговорная речь, а вроде и письменная. То есть это нечто среднее. Это тоже свой какой-то жанр родился благодаря техническому прогрессу. Конечно, есть отдельные недостатки, например, заключающиеся в том, что люди перестали использовать знаки препинания. Даже те, кто знает, что надо их ставить, не ставят их, потому что нужно побыстрее написать, и пишут вообще без знаков препинания. Это, конечно, не очень хорошо, потому что если ты один раз напишешь без знаков препинания, второй раз, третий, десятый, на сотый ты уже вообще забудешь, что здесь нужны знаки препинания, по привычке станешь и документы таким образом составлять или какие-то тексты. Я могу сказать, что мне очень тяжело проверять сюжеты за своими сотрудниками, за редакторами новостей, потому что я категорически не могу пройти, не расставив все знаки препинания, не выделив заглавные буквы. То есть для меня объясняет, что срочно, срочно, срочно конвейер. Но понимаете, в чем дело? И вот внутреннее ощущение такое. Мы же моем руки перед едой. И, наверное, не от осознания того, что они грязные, а потому что если ты этого не делаешь, ты испытываешь какой-то внутренний дискомфорт. Вот если я не поставил запятую там, где она должна стоять, у меня красная лампочка мелькает, светится в мозгу. Но вот мне это дано. Тема русского языка неисчерпаема, как и сам русский язык, поэтому мы завершаем эту часть. Я все-таки влезу на правах директора телекомпании. Да, да. Потому что есть у Анатолия Ивановича в запасе шикарный анекдот, он мне очень нравится, по поводу нового русского, который пытается остановить бабушку, переходящую дорогу в сложные ситуации. Это, да, это потрясающий анекдот. Значит, люк открытый на дороге, бабка идет вот так вот, и прямо вот в люк сидит чувак на этом самом, на сундуке, на таком громадном, окошко открывает, бабуля, это, короче, опа, понимаешь, и бабушка в люке, у него, кроме этого, вот он ничего, он уже разучился разговаривать по-русски, понимаете? Не подобрал нужных слов. Ну, не подобрал нужных слов. Бабуль, мол, остановись. Так говорит, опа, понимаешь? Мы обязательно вернемся к разговору о русском языке. А сейчас Екатерина Локоткова с рубрикой «Что будет?». Всем привет! Любые события в глазах разных людей выглядят по-разному, а самых интересных прямо сейчас. Предстоящие недели порадуют нас насыщенной музыкальной палитрой. 7 октября композитор, дирижер, обладатель премии «Оскар» Мишель Легран выступит в Кремлевском концертном зале. В программе киномузыка, французский шансон, джазовые композиции и многое другое. 8 октября неподражаемая Диана Арбенина с программой «Между нами». Как признаются поклонники, сольный концерт Арбениной – это всегда событие. Душевную, почти интимную близость со зрителями дарит акустика и чарующий голос певицы. 11 октября можно будет провести четкую границу между теми, кто любит рок, и теми, кто предпочитает поп-музыку. В один день в Нижнем пройдут концерты групп «ДДТ» и «Руки вверх». При всей непохожести и Юрий Шевчук, и Сергей Жуков всегда собирают полные залы. Итак, группа «ДДТ» с концертной программой «Иначе» в Нагорном дворце спорта, а «Руки вверх» в клубе «Премио».
5 октября предлагаю сходить в Арсенал. У многих Италия ассоциируется с традиционным искусством. А слышали ли вы что-нибудь об итальянском джазе? Завтра вы сможете познакомиться с творчеством двух итальянских артистов и их уникальным проектом на стыке джаза и классической музыки под названием «Shine». Не забывайте, что лучшие вещи находятся рядом. Увидимся в следующую пятницу. Ну что, Наталья, руки вверх или все-таки ДДТ? Что-нибудь выберем непременно, сходить есть куда, и слава богу. Ну а куда мы ни пошли, вы, уважаемые телезрители, в любом случае наши пути пересекутся в следующую пятницу в 18:45 на телеканале ННТВ. Счастливо. Увидимся.